В эфире 7 канала «Новости». В студии для вас работает Елена Крылатова. Здравствуйте. Вместе со всей командой информационной службы мы подводим итоги дня. Квартирант-убийца, приезжий, снимал жилье у пенсионерки. По неизвестным причинам нанес ей множество ударов ножом и перерезал горло. Чтобы скрыть следы преступления, сам позвонил в полицию и рассказал о неприятной находке. Получилось ли у него обмануть следствие, узнавал Александр Тарасенко. У погибшей были нормальные отношения с соседями, тем не менее она вела замкнутый образ жизни. Периодически сдавала квартиру, чтобы подзаработать. С арендаторами не слишком везло. Но вот появился 44-летний житель Ровенской области, который поселился в свободной комнате. Однажды, по неизвестным причинам, он убил хозяйку квартиры. В полицию же заявил. Утром заметил погибшую с перерезанным горлом. Был у нее кто-то, не был, я не в курсе дела. Ну, до этого были квартиранты? Ну да, были. Там по несколько месяцев не были. Был какой-то парень, она говорит, что обокрал. Была какая-то девушка, она тоже скандалом ушла, эта девушка. А кто там был у нее, чего там было, неизвестно. Однако в день убийства никакого подозрительного шума не было. Вот я как соседка тоже не знаю, когда ее убили. То ли утром, то ли вечером, но после обеда она еще и с собакой гуляла. То есть вы не слышали? Мы не слышали. Я была на 5-м этаже в соседке около 8 часов вечера. Соседи говорят, погибшая ни за что не пропустила бы прогулку со своей собакой. Видела ее. Видела за несколько дней до этого. Она вот здесь гуляла, собачка, утром я шла. А нет, даже, наверное, за неделю, потому что я ходила анализы сдавать рано утром, она гуляла уже, собачка. Квартиранту уже не удалось обмануть следствие. Намагаючись уникнути відповідальності, чоловік заплутав слідство, однак під тиском неспростовних доказів надав правдиві свідчення. Наразі чоловіка повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу та затримано в порядку 208 КПК України. Тепер подозріваємому грозить від 7 до 15 лет тюрьми. Олександр Тарасенко і Константин Длужневський, 7 канал. Уличная стрельба всколыхнула жителей Таирова. В четверг вечером на Люздорской дороге 162А патрульные ранили в ногу злоумышленника. Как оказалось, оперативники проводили задержание, а мужчина пытался убежать и даже выбросил через забор стоянки пакет, вероятно, с фальшивыми деньгами. На помощь пришли патрульные, которых правонарушитель попытался избить, за что и получил выстрел из травмата. Свидетели говорят, злоумышленник был не один, однако правоохранители на месте не подтвердили эту информацию. Вышел с магазина. Иду сюда, тут начинаются хлопки. Идет женщина с коляски, я смотрю, там полицейские стреляют в эту сторону. Я поворачиваюсь и прикрываю коляску. Кто-то что-то украл, кто-то где-то бегал. Второй убежал, говорят. Маленькие дети видели, что кто-то что-то перекинул туда. Увидел, что бегут три парня, ну этот, еще двое бежали. То ли догоняли его, то ли... И то есть полиция приехала, ехала тоже в сторону города, развернулись перед кругом. Одна за кругом была, видно, сообщили. И тут на перерез, и я уже услышал, что были выстрелы. 4-5 выстрелов было. Экспертиза от нелицензированного специалиста. Так продолжился суд между известным застройщиком Олегом Невзоровым и общественно-политическим деятелем Олегом Михайликом. Первый подал в суд иск для защиты чести и достоинства. Якобы Михайлик постом в Фейсбуке очень обидел бизнесмена, и тот теперь хочет 50 тысяч гривен компенсации. С десяток обманутых инвесторов, не достроя Золотой берег, пришли поддержать активиста. Но, как выяснила судья, экспертиза поста не может быть доказательством по делу, так как ее провел нелицензированный специалист. Сейчас в суде всплыла какая-то экспертиза, проведенная экспертом по фамилии Фраймович, у которой аннулировали лицензию на проведение данных экспертиз. И представитель Невзорова, абсолютно не задумываясь и не кривя душой, подает эту экспертизу от эксперта с аннулированной лицензией.
Украинский театр имени Василька на грани закрытия. Все из-за невыполнения требований госслужбы по чрезвычайным ситуациям по системе пожарной безопасности. Суд первой инстанции принял решение прекратить его деятельность до полного устранения недостатков. Администрация подала апелляционную жалобу в суд. Окончательное решение будет в конце июня. Детали в следующем сюжете. Украинский театр могут закрыть из-за невыполнения требований ГСЧС касательно системы пожарной безопасности. На устранение всех недостатков необходимо еще около 1,5 миллиона гривен. Около года назад представители госслужбы по чрезвычайным ситуациям дали театру предписание. В нем значилось 56 пунктов нарушений. Большую часть удалось устранить. Сейчас в театре нет системы дымоудаления, молниезащиты, сертификата горючести на материал потолков и так далее. Всего 8 пунктов. На мою пам'ять, вперше питання про закриття театру, коли вже я тут почала працювати і працювала як заступник директора, перше це було у 2012 році, пожежники приходили, ставилося питання про закриття, тому що взагалі не існувало ніякої проєктної документації щодо пожежної сигналізації і пожежної безпеки в театрі. Насправді зроблена величезна купа роботи і говорити про те, що нам не допомагала обласна рада, це неправда, тому що виділялися гроші за рік, майже за рік, зроблено щось неймовірне. Слава Богу, за все моє время здесь пожара не було ні разу. І надіюсь, не буде. Ми за цим смотрим самі, але дуже тяжело і сложно, коли техніка перестає працювати. Закривати театр – це неправильно. Театр не зможе существовать, жити, тут працюють люди. Більше 230 чоловік. 26 июня состоится очередное заседание суда. Вопрос о выделении денег на разработку проектной документации рассмотрят на ближайшей сессии облсовета. Екатерина Банкова, Евгений Ячменцев, 7 канал. Новаторы и изобретатели со всей Украины поделились идеями с польскими инвесторами и представителями Центра поддержки стартапов. Все ради участия в проекте конкурса «Киев Тек Хаб 2019». Уже в октябре текущего года между 30 финалистами состоится битва за звание лучшего стартапа года. Для украинских изобретателей это возможность реализовать свои идеи и шанс получить инвестиции до 1 миллиона долларов. Ukrainian будущий стартап Blue Project, он, собственно говоря, призван вот этот вот гэп закрыть, да, то есть дать здесь сюда импульс. Венчурные фонды могут показать стартапам доступ к финансированию, стартапы могут развиться и выходить уже на международную арену более крепшими. Агристартап – это рынок очень интересен. Мы хотели увидеть все собственными глазами и убедиться. То, что мы увидим, стоит внимания. И для нас очень интересен местный рынок, местные идеи, местные продукты. Творческие встречи с писателями, лекции и ярмарка. В научной библиотеке проходит выставка-форум «Украинская книга» на Одещине. Из разных уголков страны и мира приехали писатели и представители издательств, чтобы показать свои книги. Подробнее расскажет Кристина Немченко. В читальном зале выставка-форум. Ольга участвует в таком мероприятии впервые. К нам приехала из Харькова. Одесситам представляют книги своего издательства. Більш за все це реклама і популяризація, так щоб більш людей могли знати про нас, могли тоді до нас звертатися, тому що якщо ніхто не знає, ніхто і не купує. Продати – це теж інтересно, ну це вже друга справа, яка не дуже важлива саме на виставці. А в сусідньому залі грузинський писатель Георгій Кікелідзе презентує свою книгу «Гурійський дневник». Це документальна авторська проза. Я написав старі Грузії, старі грузини, історії о ритуалах смерті. Це дуже такий специфічний ритуал в Грузії. Там цілий карнавал, коли йде похорон чоловіка. Видите, это очень сложно, но очень интересно. И я написал в деталях об этом карнавале. Всего
Всего на выставку приехали более 70 издателей и писателей. В этом зале сегодня собрались выдавцы из всей Украины, из Львова, из Сум, из Луцка, из Харкова, из Киева, из Тернополя, Миколаева, Херсона, Одессы, то есть из всех концов Украины. Эта выставка-форум 20-я по счету. Несмотря на развитие социальных медиа и технологий, бумажные книги до сих пор пользуются большой популярностью, уверяет генеральный директор Одесской национальной научной библиотеки. Сьогодні ми відчуваємо цей бум користувацький. Бібліотечні зали повні відвідувачів, бібліотечні фонди затребовані. Наші послуги інформаційно-бібліотечні є на піковій потребності, оскільки бібліотекарі допомагають своїм користувачам і орієнтуватися в тому неймовірному просторі інформації, відбирати релевантні джерела інформації. Ми допомагаємо розвитку науки, освіти, культури. Мероприятия в бібліотеки продляться 3 дні подряд. С утра і до вечора здесь будуть проходити лекції, презентації і творчі зустрічі з писателями. Кристина Немченко, Евгений Ячменцев, 7 канал. Выучить иностранный язык и познакомиться с культурой бесплатно. Теперь можно с помощью проекта GoCamp. Волонтеры-иностранцы будут приезжать для этого в разные уголки Украины. Присоединиться к проекту может любая школа. Более того, в GoCamp неограниченное количество участников. То есть, чем больше школ Одесской области подадут свои заявки, тем больше приедут учителей. Порівняні з багатьма областями, в Одесі менше шкіл, які хочуть брати участь. Навдивовижу, тому що іноземці надзвичайно зацікавлені в Одесі, ми отримуємо постійно запит. Будь ласка, відправте нас в Одесу. Перш за все, це можливість відкривати українській молоді світ через знання іноземних мов. Починалося все з англійської мови, а тепер розширилося і приїжджають волонтери з Франції, з Німеччини, тобто які допомагають вивчати ці мови. Це можливість знайти собі друзів в різних країнах світу. Чтобы стать участником проекта GoCamp, школа должна выполнить несколько простых шагов. На сайті проекту школа має заповнити заявку. Конкурс стартує зазвичай восени і триває протягом декількох місяців. Міністерство освіти і науки нас підтримує, також поширює інформацію. Ініціатива може йти від дітей, від батьків, від директора, від вчителя іноземної мови. Це має бути спільне рішення школи подаватися. Але подати заявку можуть навіть діти разом з вчителем англійської мови. Наибольшее количество волонтеров в этом году из Великобритании. Также в Украину приехали учителя из США и Канады. Всего в проекте участвуют представители 60 стран мира. Этим летом в нашу страну прибыли 300 волонтеров. Я еще не имела тесного сотрудничества с украинскими детьми, но я хочу встретиться с ними, потому что у меня огромный энтузиазм их обучить. Я понимаю, что владеть языком – это одно, но совсем другое – его преподавать. Добавим, проект GoCamp существует 4 года. За это время около 1000 волонтеров со всего мира провели занятия с украинскими школьниками. Что есть власть и какие предпосылки ее взлета и падения? Какая она сегодня и кому будет принадлежать завтра? Эти вопросы исследовательница глава юридического отдела, доктор философии в области экономики и писательница поднимает в своей новой книге «Власть и свобода». Как и предыдущие 7, она написана в формате научно-популярной литературы нон-фикшн, которую высоко ценят в Европе и США. Когда произошла революция гидности, я написала книгу о коррупции и уже не могла остановиться. Потом вышла моя вторая книга о коррупции. Потом я поняла, что коррупция связана, знаете, с недостатком свободы, наверное, да. Поэтому дальше вышла книга «Жажда свободы». А сейчас книга, которая называется «Влада и свобода», презентация, которая состоится завтра в Одесской национальной библиотеке, она является как бы уже симбиозом вот этих вот всех идей. Вера работает на стыке права, свободы, морали и других, значит, явлений, она мне понравилась тем, что она очень фундаментальная, в то же время очень так широко обобщает некоторые вещи. Она молода, креативна, и, знаете, такого уровня, вот такого масштаба писателей у нас немного. Год, как не стало великого режиссера Киры Муратовой, коллеги, близкие поклонники творчества собрались в Зеленом театре, чтобы вспомнить ее. Вместе посмотрели последнюю картину Муратовой «Вечное возвращение». Подробнее в сюжете Екатерины Банковой.
уже вошло в понятие кинематограф Киры Муратовой. Как? Это со стороны все-таки, наверное, проще судить, что это значит. Вы не понимаете, что это для вас вечер памяти. Для меня не может быть никакого вечера памяти. Я ее не забываю ни один день. Ровно год назад ушла из жизни Кира Муратова. В «Зеленом театре» провели вечер памяти режиссера. Ведущим мероприятия стал кинокритик Андрей Алферов. Вот все ее чудаки, а ее вселенная – это вселенная чудаков. Вот они родом из Одессы. Вот. И кинематограф Киры Муратовой можно воспринимать закрытыми глазами, потому что уже в коротких встречах, когда слышишь стенание старика про воду, с таким характерным одесским говорком, ты понимаешь, это фильм Киры Муратовой и больше никакого другого режиссера. На вечере памяти вспомнили самые яркие моменты работы режиссера и посмотрели фрагменты из интервью. Виртуально о ней рассказал кинокритик и главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин. Затем показали ленту Киры Муратовой «Вечное возвращение», после премьеры которой она заявила, что уходит из кинематографа. В прошлом году мы сделали небольшую ретроспективу Киры Георгиевны. Правда, этого фильма конкретно, кстати, не было. Были другие работы. А сегодня мы выбрали «Вечное возвращение», потому что это последняя картина Киры Муратовой, последний ее фильм. И мы его рассматриваем своего рода как завещание зрителям. Поэтому нам особенно интересно его показать. Кира Муратова ушла из кино из-за недостатка средств. Последний ее проект все отказались финансировать. Екатерина Банкова, Денис Ларко, 7 канал. А я добавлю, 24 мая министр культуры Евгений Нищук объявил конкурс короткометражных фильмов «Короткие встречи» имени Киры Муратовой. Он стартует с конца июня. Награждение запланировали на 5 ноября. День защиты детей отпраздновали воспитанники центра «Гармония». Для 30 ребят из Одесской области в рамках «Недель добрых дел» подготовили веселые конкурсы. Были аниматоры, ростовые куклы, а в завершении сладкое чаепитие с тортом. У нас самые разнообразные дети, от самых маленьких до уже подростков. Но мы все равно веселимся, вне зависимости от возраста. Мы очень рады, что мы присутствуем на таком великолепном, замечательном празднике. Таким увидели этот день корреспонденты 7 канала. Следить за новостями всегда можно на нашем официальном сайте и в социальных сетях. А если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам по телефону 726-32-26. Оставайтесь с нами, ведь это наш город и ваш 7 канал. Непременно увидимся.